Моих личных денег было инвестировано в Флорешты 1 миллион 715 тысяч лет за эти годы. Мы показали, какие должны быть рынки. Мы показали, как наводить порядок на муниципальных предприятиях. Мы показали, как бороться с незаконными постройками и многими другими нарушениями. Сегодня я иду на президентские выборы с позиции, что стране нужен президент-завхоз. Нам нужно первое – это план модернизации страны, потому что без плана модернизации, а это и сельское хозяйство, и экономика, и инфраструктура, мы не сможем сдвинуться с места. Нам нельзя больше хаотично строить, нам нельзя больше хаотично вкладывать деньги, нам нельзя сегодня больше хаотично жить, потому что это дорога в никуда. Когда депутаты продаются за сотни тысяч долларов, а кто-то умирает с голоду, это уже не смешно. Я сегодня понимаю, что стране нужен человек, который полностью разрушит эту мафиозно-коррупционную систему. За коррупцию высших эшелонов власти срок заключения от 15 лет до пожизненного с конфискацией имущества у ближайших родственников. Сегодня наш парламент является просто абсолютным борделем, который просто продает депутатов по одному и оптом. И первым указом президента я распущу этот бордель, потому что это самый грязный парламент в истории нашей страны. Вторая статья Конституции написана очень четко, что власть принадлежит народу. Я вам хочу сказать, что нам не нужна система районных администраций. Мы должны ликвидировать эту систему, потому что когда от председателя района и замов зависит, в одно село даем деньги, в другое не даем. В каждом городе здание, одно здание на балансе примарии города, второе здание на балансе района. Голосуем за Рената Усатова. Кандидата номер один в избирательном бюллетене.